Вот, смотрите, еще добавлю. Дорогие друзья, всем привет. Привезли два телефона. Одинаковая проблема. Оба. Упал в воду, не берет заряд, не включается. Упал в воду, не включается. Плюс еще сломанный. Мы сейчас берем и их ремонтируем. Диагностика, все сделаем, короче, почистим. Остальные, вот все, что мы делаем в YouTube, заходите, посмотрите, что мы с таким же телефоном делаем. Короче, Poco M5 был внутри. Упал в воду. Мы его взяли, почистили, все, сейчас работает. Вот мастер говорит, что я все почистил. Нижняя плата, верхняя плата. Вот, сейчас еще не ставим. Обязательно поставит и покажет нам, как оно работает уже. Сейчас он, вот камера, видите? Все снимает. Везде чистит он. Какой дорогу проведи? Да не надо. Я вот понял, махкам к нам. Ну, махкам плохо. И я гам, торопиться, торопиться. Нам каравана надо здесь. Слушай, кучка. Я ему оу задаги был. Оо, а че рехтай был? А хит бы, да? И бачан сам гуфтиш да азор меша. Се азор. Я дил чай оу. Эй, ёшсин, ёшсин, на ге дасьонка би пыл был. Хыдат не исти? А. Таума, хыдат нам его. Хыдат бил ага канала махкам экна. Э? Дешухи. Яшу, майдан. Дорогие друзья, хочу вам сообщить, что телефон, который упал в воду, мы его получили в таком состоянии, что не включился. А сейчас все сделано, все отлично, работает. Вот хозяин, забирай, брат. Спасибо. Приходите, короче. Короче, дорогие друзья, этот телефон, который я вам показывал, тоже был в воду, попал. Сейчас мы почистим, все сделаем, включаем. Мы договаривались с клиентом, если получится, будет 1500 рублей. От 1000 до 1500 рублей будет. У нас недорого. Чичка, хама камеру. Смотрите, мы что делаем вообще с телефоном, который вот упал в воду. Вот, смотрите, еще добавляем там воду. Это не вода, да, мастер? Это что? Это специальный раствор. Раствор для чистки, да? Для чистки. Плат. А если это была вода, плата бы сгорела, да? Ну, конечно. Сразу же окисление пойдет. Вот, смотрите. Нижняя плата, это считается нижняя плата от телефона, который упал в воду. Полностью взяли, почистили. Вот нижняя плата. Запаяли. Запаяли еще. Видите? Вот смотрите, видно уже. И все. Скоро будет готово, и хозяйка будет довольна. За 1500 рублей полный. Телефон, который 20 тысяч стоит. Это стоит того. Классно. Приходите к нам. Обязательно магазин Самбой. Сервисный центр Самбор. Ремонт телефон, бародарин азиз, ремонт телефон. Кадомики овард экран алишкат, ремонт кат. Бади ремонт стеклош бесплатно. Стекло бехтарин дурим бародарин. Ягон джонарин, бьюин. Стекло на мебини ака рохат мекни. Любой намуд модели шанстай. Кадом телефоны кишмо стекло ту надра, а не дура. Мо дурим ака, бьюин. Ина. Бехтарин. Мастер да хизмати шмо. Хотите блогеры шарик Екатеринбург. Дорогие друзья, хочу вам сообщить, что телефон, который упал в воду, мы его получили в таком состоянии, что не включился. А сейчас все сделано, все отлично, работает. Вот хозяин, забирай, брат. Спасибо. Приходите, короче.